Всем здравствуйте, время 9:42, 9-12. Приехали мы сегодня за рыбой. Я приехал сегодня за рыбой, хватит ездить на рыбалку. Сашку специально с собой не стал брать. Будем заготовлять ротана, да, в промышленных Конечно. Объемах. Сколько уже можно впустую ездить? Озеро Ременное. Часть, наверное, нашего района, часть Варгашинского, а может еще и Лебяжевского, не знаю я точно. Но мы с Половинского района. За крупным ротаном приехали. Так, вот-вот. В общем, набурил я вот-вот-вот-вот. Вот этот камыш оббурил. Туда три лунки пробурил. В общем, пока я вел подготовку, Сергей уже двух штук поймал. И еще поймал. Угу. Видишь, новый Саша, который покупал мне. Зачем двойничок? Сашка это сделал? Там вот рыбаки еще заходят. Двое там уже сидело. Еще вот трое. Вроде как зашли. Ну ладно, на, тоже ловить. Иначе я так не поймаю. Так и буду ездить на рыбалку только. А не за рыбой. Вот так вот сейчас. Погодка пока хорошая. Морозец вообще такой небольшой. Градусов может быть 5, мне кажется. Солнышко, ветра пока нет, вообще красота. Вот так. Ну что, время 10:36. Вот этот кружочек я бежал. Поймал тут одного. И он на той, на первой лунке двух штук. Здесь вообще, не знаю, с метр, наверное, у меня и трава. Вот в этой поклевка была, не смог вытащить. Сейчас у Сергея засниму рыбу и пойду частинку обследую, проверяю сегодня рассказы опытных рыбаков, что кормить не обязательно, главное найти. И вот хожу, ищу, а Серега рыбу, хоть и я вроде ехал за рыбой. Да тоже что нифига не ловится, перестало. Ну вот такие, да, нормально же, что. Ну, грамм под 200-то поди он есть. Наверное. Мне-то главное, видишь, как по рассказам, просто найти одну лунку. И все. Я твоих этих рыбешек переэтываю. Че? Че, клювало? Да. Этот как на карасиной рыбалке. На несколько удочек. А если все в раз начнут? Ну, надо успевать. Поэтому ты обычно с рыбой, да? Потому что ты намного удочек ловишь. Не качеством, а количеством брать надо. Что клюет? Ну, блин, что? Нету, да? Нет, есть. Это. А что у тебя за это-то? Это сердце. Сердце. Бычье, да? Нет, это гусиное. Гусиное сердце? Да. Вот надо на что ловить, вот. Второй год мне блесенка или третий служит. На нее ловлю. Но это не потому, что у меня другой больше нет, ни одной. Я на нее ловлю. Ну что, где у тебя рыба? Так, пока с ним стою, и у меня вся рыба уйдет, конечно. Да скотина. Только это мелочь. В общем, все с тобой понятно. Ладно, пошел я частину. Стесняется рыба. Частину изучать вот эту. Если тут сейчас нету, вот эти сейчас еще тут эту погляжу сначала. Если тут что, у меня 1, 2, 3, 6. Если нету, пойду, наверное, тем камышом пробурю. Туда пойду. Будем искать, в общем.
Кто ищет, тот найдет, говорят. Этот все дергает и дергает рыбу. Блин, это еще какой-то ров подплохан. Хороший такой. Ловистую, да? Да. Все, не надо леску? Не, все, я замотал. Че, клюет? Что-то клюнуло и все. Что-то я... Вон опять клюет. Ловит, ловит. Как прихожу, он все ловит. Как спрашиваю, он говорит, не ловится. Не, почему? Я же тебе сказал, дай сюда. Вот. Нет, я пришел за буром, я пошел вон туда. Куда? Вон, туда. Там сейчас вся рыба. Где? Ну вот носочек вот выходит. А-а-а. Сейчас я вот от этих. Вот у меня там видно. А-а-а. Вот 4. Ротана поймана. Сейчас в линию туда пробурю. У меня все в пол воды, короче, клюют. Да? Вот сколько я поймал. Интересно. Фиг его знает, что. Там еще люди пришли, рыбаки, ну, там сидят. Подошло на рыбу. Женщина там какая-то разговаривает, да? Ну, в общем, время без 5:12. Надо уже обедать. Вот я, в общем, тут набурил. Там набурил, вот так вот набурил. Серега вон там. Не настолько я уже, короче, рыбу ищу, сколько у меня руки болят. И пока бурю, они какое-то время потом не так болят. Как-то вот так вот. Так-то бы я бы уже сел бы вообще в палатку и сидел, наверное. Будь они неладны, эти занятия спортом. Сейчас, в общем, мы чайку попьем, и я пойду по лункам. И согрелся, и хорошо. Туда уже начинало у меня рука мерзнуть, с удочкой стоять. Ветерочек небольшой, но есть. Такой морозец. Ощущением градусов под 10, наверное. Серега ловит. По крайней мере, руками машет. Мелочь ему. Ловит огромных ротанов и говорит, что мелочь. На травах, да, чай? Да, волшебных, на волшебных. После этого ты не только ротан, но ты и русалку поймать сможешь. Не, ну русалку жена не поймет. Так, что это? Кружку хотел я достать. Так. Это у меня обычный чай. Обычный. Я-то не знаю, что у меня вышло из чая. Заварку я туда не ложу. Как он там получился? Ну, в прошлый раз ничего, мне понравился. Ой. Что вкусненько пахнет? А что за трава? А всякое разное. Конопли-то нету? Как нету? Иначе бы я уже давно на рыбалку не ездил. Шиповник, наверное, да? Смородина? Не, нету там такого, из того, что ты назвал. А что здесь? Говори давай. Не знаю. Взял две щепотки волшебной травы. У Сани тогда клювало. После чая. Ага, там начинка вижу, да? Да. Рыба доплюет. Да ты чай пью. Мелочь, хуярик. Ты баллон-то заново заправил? Вообще не заправлял еще. Заправлял еще. Ну, рыба-то клюет. Чай-то я могу пить. Не Женька звонил? Сашка. Он хотел. Горелку газовую этих свиней полить.
Сашка, а почему у тебя просто? Не знаю, мы покупали, просто с ним ходили. Я отцу покупал. И ты по жинке собрался колоть? А? По жинке собрался колоть? Наверное. Значит, ты пойдешь на дальний кордон, да? Ну вот так вот сейчас по прямой, потом до того носка, потом вот так вот, под другой и обратно. Мне кажется, на байдарах крупнее кордон был. Не. Ну вот такой первый раз мало было, вот таких вот, как возле ноги. Запизников. Ну таких у тебя уже вон. Там он штуки 4. Там. Чё, это чем пирог? Картошка. Мясо какое? Как обычно, из леса. Какое у меня может быть мясо? Не кабан? Нет. Видишь, перемолотое. Устрапка маринка. Ну. Клевать перестало. Посудного. У меня сейчас будет клевать, я все волшебного чая напился. Сейчас дуром у меня пой прет. Ну не сейчас, чуть-чуть попозже. Сейчас, пока травы-то по краю разойдутся. Кстати, аккуратно все режущие предметы убирай. А что? Ну мало ли. А ну что не клюет, что не клюет? Так, у меня удочка в этом в корыте сейчас. Что, на? Нет. Попробуешь? Не надо. Что ты так? Я спортивной ловлей занимаюсь, у меня свой интерес. Так же за рыбу поехала, не это. Я, видишь, поехал это за рыбой, а в итоге-то проверяю все рассказы, все на себе испытываю. Надо испытывать, надо за рыбой ехать. Вот, говорит, ищи, говорит, буквально метров 5-6 в сторону и все. А ты уж, блядь, километр. Я уже 20 лунок пробурил. Как на щуку. Больше 4 щук. Ой, еще щук, говорю. Видишь, трава уже все задействовала. Чай уже заработал. А что я вот тут у тебя оставлю термос положу, чтобы он не размерзся. А это... Уже все, вместо ротана у меня щука прет. Кроме 4 ротанов с одной лунки я не поймал. Чего я скажу? Обед у нас завершился. Пора и рыбу попробовать поймать. Сейчас малинку свою на всю жизнь еще одену. И все, и клев попрет. И клев попрет. Все замерзло. Тук-тук-тук. Тук-тук-тук. Вот самая моя увоистая лунка пока на сегодня. 4 штуки я из нее поймал. Как народ по 100 и более с одной ловит. Непонятно. Так. Вот где-то вот так вот. Вот у меня почему-то все в районе пол воды берет. Вот я поймал одного. Смотри. Это гальян. Что такое здорово? А что, блин, на гордана похож, да? Гальян здесь есть, а? Ага, хороший такой, да? Здоровый, ну. Упитанный. Я думал, здесь один гордан. Золотая рыба ему. Хороший. Давай его в лунку брось, конечно. А я думал, что за... Просто только гальяны такие бывают здоровые. Ну. Я первый раз вижу такого здорового. Конечно, привык на нашем озере мелочь ловить. Но. У меня вот все на глубине, грубо говоря. А ну сверху берется.
Снизу вообще не берет. Я сейчас снизу стоял, да нифига, вот начал поднять, так вот. Где-то вот такой вот от глубины поднял практически, пацан. Вот с одного. Клюет с одного? Да. Хорошо тебе. Ну я думаю, что за рыба-то? Народ расходится, они не знают, что вся рыба вверх пошла. Так, ладно, идти надо дальше, у меня лунок там много. Иду, в общем, с лесами к Сергею. У него рыба поперла дуром после волшебного чая. Ну и себя где-то там поймал, не знаю, не вижу. Клюнуло, подсек и где-то зацепился за капюшон. Че, рыба у тебя прет, да? То ли кажется, думаю, ему, что ловит, то ли правда рыба ловится. Вот это, да? Да. Крокодильчик. Я даже весы взял с собой. Весы взял? Да. Ну, да ты сегодня... Я сегодня основательно подошел к рыбалке. Как вот за большими экземплярами приехали. На крупную рыбу мы ехали. Там видно или не видно. Ой, какой это большой. 290. Ну, 290. Если там видно. Все впереди у нас. Ты это-то меня отцепи. Ну у меня где-то вон там, я не вижу, где-то зацеплен я. Подожди. Вот он. Подожди. Здорово. Рыба перла дуром после чая. Так, что жди. Сейчас подожди. Так, не вытащить крючок. Сейчас маленько ткань. Чуть-чуть. Вот началось. Голову, блин, я ему еще говорил, режущий, убери предмет, отрежет голову. Там пол башлыка уже перерезал, мне кажется. Да не, о, все, маленькая чуть-чуть дырочка, чуть-чуть, а просто там он обратно не уйдет, там будка. У меня серьезная же, у меня, если рыба клюнула, она уже не сходит. Так, ладно, пошел я ловить, так-то мне роль оператора, когда выполняю, вообще не наловить, он сейчас какую даль надо идти. А? У меня нет пока такой зарплаты, чтобы платить ему. Я не настолько богат. А? Ну он тоже денег стоит. Да нет, ну кому как, я же это. Пока тунеядством занимаюсь, для меня дорого. Ну все. Сейчас я пойду поймаю. Вот моя рыба. Меня можно выследить по рыбе. По крупной рыбе. Вот моя рыба. И я пока дошел только до сюда. И вот моя рыба. Вот так вот. Контакт. В общем, поймал я уже на этой лунке двух штук. Где два, там и три должно быть, правильно? Так что сейчас проверим. В общем, время уже 13:37. Добрался я последним лункам, еще 4 лунки у меня тут не проверенных. Здесь сейчас была поклевочка. И чего-то никого. Сейчас попробую на мормышку. А, у меня тут одета уже малинка. Может быть, что-то я делаю все-таки не так. Yeah.
Может быть, надо было давно на нее ловить. Блин, леску не вижу. А нет, вот она. Видимо, все-таки разница есть. Так, ну это не показатель. Это еще не показатель. Мормышка фосфорная с рыбалки на карася. Этого все дуром прет. Куда он эту рыбу девать собрался? Снимай, как будем сейчас ловить. А? Снимай, как будем ловить. Давай, так вот он целый день и ловил сегодня. Время 15:52. Клюет, да? А, ну конечно, что так не ловить-то? Сколько штук? 153. 153 штуки у него. О, две лунки у него. 153 штуки. У меня 33 штуки, 28 лунок. Я с лунки ходил, считал. 28 лунок. Михаил дал. Вот мой лов, вот всего. О, этот еще одного поймал. Корыто Сережкина не буду взвешивать. А своих-то я сейчас взвешаю. Два килограмма. 145 грамм. Вот 33 штуки моих. А этот все ловит. Сколько у тебя килограмм? 2 килограмма 145 грамм. Ну я думал килограмм 6-7 я поймал, но... Как думаешь? Ну я не знаю. У тебя же как обычно всегда мельче. Так-то разница поштучно в 5 раз. Это бы было 15 килограмм. Ну 10 бы килограмм у тебя. Ну может быть 6 и наберется. Ну вот так вот, в общем. Ты давай крайнего сейчас. И все. Вот и провел я эксперимент. Поиска ротана по новым местам. Или на тех местах, где когда-то кто-то ловил и, возможно, кормил. Все. Крайний. Сколько? 154 штучки. 154 штуки. Удочки у нас так и не сломали. Не было такой рыбы. У нас, по крайней мере, да? Лисенку-то... А, оторвал точно. Ну, оторвал лисенку. Не знаю, каким рассказам верить. Удочки нам не сломали. По килограмму мы не поймали. Самый большой этот сколько? 290 грамм. Из тех вот мест вот все я тут перебурил. И туда под камыш, и под этот камыш. И по частине, и туда. И он под тот камыш, и он в тот камыш. И вот так вот, да? Кому теперь верить? Да, никому не надо верить. Надо верить себе, надо выбирать. Только себе. Вот все. Проверил на своем опыте. Так, метров 500 мы идем дорогой. Ну, кто-то не вытерпел, заезжал на машине. Но зато можно согреться. У меня вот начинали ноги подмерзать. И теперь мне уже почти жарко. Вот такая рыбалка, в общем, у нас. За рыбой я опять не съездил. Еще раз ей поеду.
теперь уже по-серьезному надо ехать. А то Серега уже позорит меня. И комментарии я помню, где рыбалка, это не мое. Чтобы уж совсем не поверить в это во все, надо все-таки поймать рыбы. Вон машины. Ну все, в общем, всем пока. Солнце уже вон там где-то село. Время 16:06. 9 декабря, если я не говорил.